дорогие друзья, мы приглашаем с нами пройти здесь кругой, и мы с вами прощальную такую одну вещь проведем очень красивую. Пожалуйста, мы сейчас сюда выйдем в кружочек, и вы вместе с нами выходите, пожалуйста. Кто рядышком стоит, возьмите вот так вот ручки крест-накрест, и мы станцуем за рельсом. Пожалуйста. Пожалуйста, парочку. Дорогие друзья, не расходитесь. Мы сейчас проведем еще такую, это мы всегда проводим на Иванову ночь, когда молоденькая девушка идет по рукам людей. Люди — это мы, которые все творят, да, вот мастера. Пожалуйста, станьте парами вот так вот и сделайте руки крест-накрест, пожалуйста. Вот все-все. И надо сделать целый круг, чтобы все-все, чтобы это удача, наша молодость, которая возрождается, да. И на наших руках она пройдет сюда красиво. И да, каждый раз, у кого она проходит, становимся, помогайте тоже, вставайте, чтобы плотнее кружочек. Пожалуйста. Пожалуйста. Прошли вот туда дальше переходите назад. Туда, чтобы круг был, полностью надо пройти кружочек. Оля, пошли сюда, Оля. Вот наш
наши крепкие руки и молодежь, которая все это возрождается. Надо по солнцу пройти полный кружочек. Тогда будет у всех все сбывается. Карельская горница прощается с вами. Мы желаем вам... У вас очень прекрасный праздник. Мы очень рады, что вы нас пригласили. Мы постараемся вам почаще приезжать. Всего вам доброго, радости, счастья. И мы передадим от вас очень горячий привет нашей любимой Карелии. Мы соседи, мы должны друг друга любить и уважать. Спасибо вам. Всего доброго. С праздником.